Вот почему у нас в Советском Союзе не было таких домиков, а? Офигеть. Если бы я в Советском Союзе имела такой домик и вынесла его на улицу, вот через 5 минут его бы сломали. И кукол таких не было. Я куколок из цветочков делала. Спичку вставляла, делала. Рвала цветы, бабки на меня орали. Вот так вот. Представь, что это Советский Союз. Конечно, люди вернулись в Советский Союз. Но это же не Советский Союз. Посмотрите, какое количество машинок, велосипедов. Вон, для бэбичек там 6 месяцев, 9 месяцев, годик, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все с этими какими-то блестками, боже мой, принцесса, Дизни, Спайдермен, кем хочешь. Посмотрите, какие дети счастливые растут. Не в Советском Союзе. Музыкальные игрушки. На разных языках можно покупать. Испанский, английский, французский. Мечи. Какие мечи классные. У нас таких мечей не было. Досок не было. Я даже не знаю, что это такое. I have no idea. Я боюсь, что я так и умру динозавром, потому что я не успеваю за за развитием технологий. Но я знаю, что это точно не Советский Союз.